Привет, меня зовут Тимур Тыждинов, и я уже последние несколько лет занимаюсь обучением людей продажам, маркетингу, воронкам продаж, продаж на вебинарах. И одна из тем, которая мне всегда нравилась, о которой меня часто спрашивают, но на которую я давно не проводил никаких мероприятий, это соцсети. Я считаю, что соцсети – это та тема, в которую сейчас просто необходимо вкладывать свое время, вкладывать, инвестировать свои деньги, нанимать специалистов, потому что сейчас люди, прежде чем совершить какую-то покупку, смотрят, насколько человек представлен в соцсетях, есть ли у него отзывы, есть ли у него довольные клиенты и вообще, интересен ли этот человек кому-то или нет. Почему соцсети? Потому что, если оглянуться вокруг, люди сейчас все время сидят в телефоне, компания людей сидит, разговаривает, они все уткнувшись сидят в эти телефоны, и они общаются как будто через телефоны, все постоянно сидят в соцсетях. И я считаю, что если есть люди там, то именно туда нужно инвестировать свое внимание, именно там нужно продвигаться. Сейчас мы живем в тот период, когда продвигаться в соцсетях достаточно просто, и главное, можно делать это бесплатно. Вам не нужно платить, чтобы загружать видео на YouTube, чтобы стать популярным автором и делать подкасты. Вам не нужно платить, чтобы набирать тысячи подписчиков в Instagram. И несмотря на то, что мы не обучали долгое время продвижения в соцсетях, сейчас я просто чувствую, что пора поделиться своими знаниями. То, как мы привлекаем подписчиков в соцсетях, то, как я набрал 80 тысяч подписчиков на YouTube, больше 100 тысяч подписчиков в Instagram, что именно у нас работает и самое главное. У многих есть эти сотни тысяч подписчиков, но они не умеют это монетизировать. Мы же будем говорить о том, как не просто вот для эго иметь много подписчиков, а как зарабатывать, превращать этих подписчиков в деньги. Как делать так, чтобы люди смотрели за вашей жизнью, чтобы, во-первых, мало времени уделяли соцсетям, потому что действительно я не хочу, чтобы каждый сидел и по 10 часов в день занимался соцсетями. Нет, мы расскажем практические выжимки, то, что делаем мы, как вы, посвящая соцсетям несколько, там, ну не знаю, десятков минут, 15-20 минут в день, чтобы вы создавали доверие с вашей аудиторией, чтобы усиливали лояльность, чтобы люди хотели покупать у вас, чтобы вы выстраивали свой бренд, в то же время набирали активность в соцсетях, и чтобы люди вам за вашу яркую жизнь, которую вы проводите, занимаясь хобби, занимаясь путешествиями, с любимыми проводили время, чтобы они хлопали вам деньгами за это. Вот именно об этом мы поговорим на интенсиве, который совсем скоро пройдет. Это будет единственный раз интенсив о том, как вы сможете продвигаться, как вы сможете зарабатывать в соцсетях. Повторной записи не будет, это будет выжимка ценнейшего контента. И да, мы долго думали о том, за какую цену поставить, и потом пришла гениальная идея. А что, если мы сделаем это совершенно бесплатно? Абсолютно бесплатно. Сейчас на рынке куча экспертов, которые говорят о том, как правильно использовать соцсети, они рассказывают о том, что нужно продвигаться в Пинтересте, Foursquare, которые нафиг никому не нужны в России. Но мы же расскажем то, что работает у нас. Какие практические вещи сейчас работают, что работает на Ютубе, как набрать сотни тысяч на Инстаграме, как получать 30 тысяч просмотров вашего видео, которое вы загрузили на Facebook Live, как выйти в топ Перископа по России, у меня был такой результат, я поделюсь с вами пошаговым алгоритмом. Все это мы расскажем, и мы сделаем это абсолютно бесплатно, один раз. Регистрируйтесь, приходите на мероприятие, поверьте, будет интересно. До встречи.